уникальная интерактивная выставка Light Gallery открылась в Сити-парке Град. Каждый желающий может стать частью 3D-иллюзий, объемных картин, выполненных 7 художниками из России и Европы, создавших несколько десятков трехмерных изображений самых невероятных ситуаций, всемирно известных персонажей, медийных личностей, героев телеэкранов и интернет-пространства. Весь фокус интерактива в том, что изображения становятся объемными только при определенной точке обзора. Наклеенные на пол веселые миньоны помогают подобрать нужный ракурс съемки. И вот вы уже прыгаете с парашютом, мчитесь на доске в открытом море, здороваетесь за руку с президентом России Владимиром Путиным, переживаете экстремальные чувства в образе Анны Карениной или пытаетесь победить Железного Арни. Очень понравилось, особенно понравилась фотография с парашютом. Ребенку особенно понравилось, когда на море, тут доска, очень весело, одели ей очки, клево, понравилось, веселилась, ноги поднимала, понравилось, очень. Вообще такое вот видели у нас в городе или первый раз? Первый раз такое видим и очень понравилось, и фотографии получаются классные, с Путиным тоже супер, можно пожать ему руку, за это отдельное спасибо, да, очень понравилось. Чтобы стать частью фантастического мира, нужно лишь захватить с собой хорошее настроение и фотоаппарат. Возрастных ограничений нет. Вы можете сделать очень крутые фотографии, провести свой досуг по-новому и получить незабываемые эмоции. Организаторы выставки не ограничивают вас по времени пребывания. Фотосъемка бесплатная, все снимки остаются у вас, но вход платный. Нам очень понравилась, интересная идея. Искали специальных художников, потому что направление новое, люди с этим не работают. Собрали 7 художников, 3 из которых из Европы, они нам нарисовали эти картины. И мы теперь эту выставку проводим по разным городам, уже были в 3 городах. Это Саратов, Самара и Нижний Новгород. Люди ходят, людям интересно, очень хороший отклик в интернете был. Посмотрим, в других городах всем очень нравится. Свик ТВ – информационный партнер выставки Light Gallery, а работать она будет в Сити-парке Град до 31 января.